Это мы едем вдоль побережья на юг. Перед нами остров Капас. Пулау Капас. Это пустой, дикий берег, прямо напротив острова Капас, на восточном побережье Малайзии. Вот здесь, собственно, живут либо рыбаки, либо кто-то промышляющий, ну, что-то связанное с морем и рыбным хозяйством. Загаженность побережья — это уже пресловутая фишка Малайзии, увы. Здесь, если нет отелей и ресортов, никто тут ничего особо не чистит. Вот, как видим, это, наверное, бывшая плантация кокосовой пальмы. Но уже вот часть умерла. Ну, короче говоря, брошенная она. Кокосовое дерево, в смысле древесина, очень ценится. И, конечно, очень печально видеть, что такие деревья идут просто на сжигание. То есть иметь кучу богатств под носом и не пользоваться, и наплевать на это, вот, это, ну, собственно, стиль. Кстати говоря, в этом вот очень страна очень похожа на нашу, на Россию.
Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно. Я где-то посредине Малайзии, где-то на горном перевале. Воздух офигенно свежий и даже вкусный. Его хочется есть. Вон там куча облаков спускается вниз. Скоро все горы накроют. Мама.